Ребята, всем привет. Не хотел снимать. Ну, как бы не было повода, просто разбираю 909, приехал, что с трекером непонятно, но болтики были ржавые, а сам трекер был загерметизирован. Но так как он был загерметизирован, мне стало его интересно снять, показать. То есть вот силикон был, хорошо держался. Первое, что видим, батарея вздутая. О, значит, водичка попала. Сейчас посмотрим, что у него будет дальше. Я его открутил, и, ребята, тут была вода. Ну, это не страшно, на самом деле, это ремонтируемо. Но, смотрите, тут сим-карта. Сим-картой отправлять ни в коем случае нельзя. Во-первых, потому что ты его отправляешь включенным, это плохо. Во-вторых, он у тебя может работать, разряжаться. В-третьих, видите, симке уже хана, симка испортилась. Из-за того, что симка, устройство все время было включено, батарея работала-работала и вздулась. Она испортилась и потому что была вода, и потому что постоянно было питание. То есть из-за этого чаще всего возникают вторичные поломки после того, как отремонтировали, например, поломку от воды. Это то, что симку не достали или решили прислать симкой. Поэтому, пожалуйста, в любой ситуации симку надо доставать в первую очередь. Это всех касается. Батарея должна быть твердая и ровная. Вот, например, батарея. Видите, у нее совсем другая форма. Вот, и она твердая. Батарейка должна быть твердой. Вот, ладно, будем его ремонтировать. И вот мы отремонтировали этот ТК-Стар. Поменяли все, что нужно поменять. Перепаяли все, что нужно перепаять. Водички тут... От водички его отремонтировали. И вот так он будет выглядеть. Еще в дополнение к нему заказали вот такой вот силиконовый ошейничек. Кстати, классная штука. Только получил. Такая пряжка. Тут кольцо. Тут у него край. По-моему, классно выглядит. Мне нравится. Бля, как смотрится. И колечко офигенно смотрится. Сюда карабин можно цеплять. Не только сюда. Да, ну как бы, чтобы оно было не сверху. А типа сюда. Вообще было бы матно, если бы трекер был с этой стороны. А с этой стороны типа застегивается. Вообще было бы классно. Тут зарядка. Вода попадет, ничего страшного. Резинка в сплошную. Нигде ничего не торчит. Вообще замечательно. Я в восторге. Сегодня он уедет уже своему новому хозяину. Всем спасибо, ребята. Будут вопросы, пишите комментарии, задавайте, спрашивайте. Если вас интересует какая-то конкретная тема, видео сделать, тоже точно так же пишите комментарии, что сделать, что снять, какие у вас вопросы возникают. Постараюсь обратить внимание и сделать по максимуму все. Всем спасибо. На связи.